Приветствую вас во второй части по вязанию кофточки. И мы уже связали высоту, отделив наши рукава, кофточку минус 4 сантиметра. То есть смотрите, я сейчас провязала полных 62 ряда. Это раппорт узора в высоту вот этой платочной вязки нашей центральных петелек. И провязала 63 ряд один просто лицевыми петельками по кругу. То есть фактически получается пол раппорта уже следующего раппорта узора платочной вязки. Но в принципе я таким образом уравняла 63 ряд, все петельки по кругу полностью провязала лицевые. И сейчас мы будем переходить на обвязывание низа нашего. То есть мы будем точно так же, как и в начале вязали на горловинке, обвязывать резиночкой 1 на 1 7 рядочков. Хотите, можете провязать 7, хотите, можете пошире провязать 8 рядочков. То есть, в принципе, здесь уже зависит от желания, насколько вы хотите, чтобы широкая резинка у вас была снизу. Теперь, смотрите, я перенесла нашу булавочку, маркер, отметочку начало-конец ряда, уже вот сюда вниз, и мне будет проще смотреть и ориентироваться, где у меня начало-конец ряда. То есть, перенесите тоже булавочку с подрукавчика вот сюда вниз. Вам будет удобно так. И сейчас начинаем формировать нижнюю часть. И если измерить, смотрите, от начала нашего вязания, от плечика до конца вязания, то есть мои 63 ряда, если измерить высоту, то это получается 28 где-то с половиной сантиметров. То есть из вот таких вот расчетов я вязала 63 ряда, и сейчас начинаю вязать 64 ряд, формируя резиночку 1 на 1. Смотрите, вяжем лицевая петля, изнаночная, лицевая, изнаночная. Первый ряд формирования резиночки просто чередуем лицевая, изнаночная, провязывая каждую петельку за передние стеночки. То есть то лицевая, то изнаночная петля, то лицевая, то изнаночная. Пока не дойдем до нашего начала следующего ряда. То есть у меня это отмечено булавочкой. Дойдя до конца первого ряда обвязывания, мы уже во втором ряду и в каждом последующем будем вязать по сформированным петелькам по рисунку. То есть, смотрите, лицевые петельки над лицевыми вяжем за передние стеночки, а изнаночные за дальние стеночки вяжем изнаночными. И так и чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Еще раз повторюсь, хотите, можете аналогично верхней горловинке обвязать 7 рядочками. Если вам покажется узковато, то можете смело вязать еще минимум один ряд, то есть восьмой. И затем будем делать закрытие петелек самым удобным для вас способом. Я буду закрывать резиночку 1 на 1 трикотажным швом. Записывать я видео не буду, как я буду закрывать петельки. В интернете очень много, в ютубе в частности, видео, как закрыть резинку 1 на 1 трикотажным швом. Более лучшая запись на хорошей камере, поэтому я сейчас провяжу 7 своих рядочков, вот, может 8, еще раз повторюсь, для того, чтобы посмотреть, какая будет ширина. И если меня все устроит, то я буду делать закрытие петелек иглой. Вы хотите, можете просто самым обычным способом. Можете также, смотрите, над изнаночными вязать изнаночные, над лицевыми вязать лицевые и как бы одевать предыдущую на последующую петлю. То есть, вот, к примеру, вы вяжете изнаночную, вяжете ее изнаночной, дальше предыдущую одеваете на последующую. Следующая у вас лицевая, вяжете лицевой, предыдущую на последующую. То есть закрыть вот таким самым обычным способом. Он будет более или менее эластичный и в то же время одновременно не растянутый. Я сейчас немножечко прираспущу то, что я вам сейчас показывала. Вот, и продолжу вязать высоту резиночки и делать уже закрытие. Итак, я связала ширину резинки в 8 рядочков и теперь закрыла петельки. Посмотрите, у меня получилась резиночка чуть-чуть шире, чем на горловинке. И мне это показалось более красиво и симметрично, чем если бы было бы 7 рядочков. И плюс большой, то что один рядочек, на который я связала больше, чем планировала, мне добавил длину кофточки. То есть будет еще такой вот небольшой запасик на один ряд. И теперь мы приступаем к вывязыванию рукавчиков. Один рукавчик я уже связала. И я вам сейчас буду на примере второго показывать, как мы будем вязать рукавчики. Второй мы будем вязать симметрично.
одинаково, но обратите внимание, что мы жгутик делали с наклоном на одном рукавчике вправо, на втором мы будем делать только влево. От начала вязания до самого конца вязания рукавчика. То есть, с одной стороны, вы делаете перекрещивание, оставляя 3 петли перед работой, а на втором рукавчике всегда 3 петли за работой в каждом шестом ряду. И при этом, связав рукавчик платочной вязкой, продолжаем, как и вязали в кокеточку расширения реглана. И вот здесь вот жгутик по центру, так мы и в конце, до самого-самого, скажем, конца, вяжем платочную вязку и только в конце делаем резиночку 1 на 1. Причем я также решила, как и снизу, делать резинку 1 на 1 8 рядочков. То есть не как вот здесь вот на горловинке, а именно как снизу. Я решила сделать пошире как отворотик для кофточки вот здесь вот на рукавчике, так пошире и резиночку снизу. Вот. И теперь смотрите, можно в принципе рукавчик набрать вот эти петельки открытые на одну спицу и вязать прямыми обратными рядами. При этом мы будем вязать и в лицевом, и в изнаночном ряду вот эти петельки до жгута лицевыми петлями. А петельки жгута с лицевой стороны мы будем вязать лицевыми, с изнаночной и изнаночными. То есть как бы лицевой гладью. Но будем также перекрещивать петельки в каждом шестом ряду. То есть смотрите, мы на одном рукавчике делали перекрещивание вправо. Это я связала самостоятельно один рукавчик. Сейчас мы будем делать перекрещивание влево. При этом все остальное делаем абсолютно одинаково, как на одном рукавчике, так и на втором. Такое же количество рядочков, такое же количество перекрещиваний. Я сделаю в самом-самом вот здесь вот конце, я бы сказала, в третьей части рукавчика, если вот поделить напополам, то это третья часть. На третьей лишь части я убавлю буквально несколько убавлений для того, чтобы немножечко уменьшить рукавчик в объеме к окончанию, то есть к запястью. В принципе, можно заузить еще больше, но я так предполагаю, так как это кофточка и довольно-таки теплая у меня эта кофточка, то я хочу, чтобы под нее поддевался либо какой-то регланчик, либо маечка, футболочка, возможно, какой-то с рукавчиком тоненьким, регланчик или какая-нибудь кофточка, то, в принципе, я решила сильно здесь не зауживать. И плюс мой отворотик, который также забирает, скажем, объем запястья, вот, я решила сильно не сужать. И теперь смотрите, в принципе, чем плюс этой кофточки, если немножечко ребеночек вырастет, то я смело смогу довязать рукавчик, то есть сделать буквально еще пару убавлений через несколько рядочков и добавить рукавчик. И точно так же здесь снизу я смогу добавить смело несколько сантиметров, если быстро вырастет с кофточки ребенок. Теперь смотрите, можно вязать, как я буду это делать, на чулочных спицах. То есть мы набираем петельки, переснимаем с булавочки на 4 чулочные спицы, 5 рабочая, и будем вязать по кругу. При этом большой плюс является то, что нам не придется сшивать полностью рукавчик от начала, скажем, вязания его, здесь, где мы делили кокеточку, то до самого конца я буду вязать круговыми рядами. При этом, смотрите, преимущество хорошее именно вязание по кругу платочной вязки, то, что в начале-конце ряда у нас получается вот такой вот рубчик. И что является большим плюсом, то, что у нас вот так вот рукавчик будет немножечко приплюснут с внутренней стороны. Почему это плюс? Потому что если бы он у нас был круглый, вот такой вот, как если бы это было при лицевой глади, то была бы такая вот трубочка, а не рукавчик. А так уже он имеет такую вот аккуратненькую форму в кофточке. Вот. И точно так же мне нравится по кругу связанная резиночка. Она не имеет шва, соответственно, мы не сшивали, что является очень удобным, если ребеночек вырастет. По длине ему кофточка будет хорошо, рукавчик будет коротковатый. Вот, вот эта резиночка нам заменит, скажем, длину рукавчика. То есть уже будет кофточка не с отворотом, а без отворота. Но при этом ручка будет, скажем так, рукавчик будет не маленький для ручки. И также, смотрите, при вязании в круговую на чулочных спицах у нас здесь будет совсем вот такое маленькое отверстие, очень-очень маленькое, я бы сказала, в подмышечной впадине, которое мы с удовольствием, скажем так, или, я бы сказала, с небольшим трудом,
проще говоря. Можем просто зашить иголочкой тайными швами. То есть вот это всего лишь отверстие нам нужно будет шить. При прямом обратном, вот таком вот вязании поворотными рядами, нам бы пришлось сшивать от вот этого места подмышечной впадины на протяжении всего рукавчика. То есть, как вы видите, было бы больше работы. Поэтому я буду вязать чулочными спицами, таким же номером, как и вязала всю кофточку, 4,5. Вот. И буду оставлять вначале вот такую вот ниточку, которая потом без проблем сошью вот эту дырочку с одной стороны и точно так же с другой стороны. Мы сейчас будем вязать второй рукавчик. Первый рукавчик вы сможете беспроблемно, я думаю, связать самостоятельно. При этом не забывайте, что повороты делаем всегда в одну сторону от начала кокетки до конца вязания рукавчика с одной стороны и точно так же с другой стороны в одну сторону. То есть, если это было в левую, то в левую, если в правую, то это в правую. И они должны быть, как вы видите, в зеркальном отображении. То есть, одна вправо, вторая влево косичка. Вот так вот. Итак, берем наши петельки на булавочке, переснимаем на 4 чулочные спицы. После того, как переодели петельки на спицы, обратите внимание, чтобы у вас на одной спице находились все 6 петель, вот эти лицевые нашего жгутика. Это будет вам удобно, скажем, в дальнейшем будет вязать, вот, если они будут на одной спице. А как вы распределите вот эти петельки, скажем, платочной вязки, абсолютно не имеет значения. В дальнейшем все будет вязаться по рисунку, то есть неважно, четное количество, нечетное, равное, неравное, то есть это уже не имеет значения. Берем пятую спицу и поворачиваем себе кофточку таким образом, чтобы у нас сейчас сверху оказалась подмышечная часть. Теперь берем нашу рабочую ниточку, которую мы отрезали при закрытии низа, и присоединяем вот так вот снизу. То есть, смотрите, присоединяю я пока ни петелька, нигде не закрепляю, ничего. Но оставляю хвостик около где-то 12-15 сантиметров для того, чтобы сшить нашу дырочку под мышкой. То есть, обязательно обратите на это внимание, чтобы у вас остался хвостик. И теперь, не закрепляя ниточку, нам сейчас нужно будет сразу же сделать убавление. То есть нам нужно будет убрать вот эту вот петельку регланную лицевую. Она у нас потом в дальнейшем в счет петель рукавчика не будет входить. То есть мы как бы в начале сейчас закрытия, рукавчика в круговое вязание сделаем убавление вот этих вот регланных петелек с одной и с другой стороны. И начинаю я вязать, обратите внимание, начало ряда у меня будет под ручкой, то есть с внутренней стороны начало и конец ряда. Теперь смотрите, чтобы нам красиво убавить было, нам нужно лицевую снять на правую спицу, затем изнаночную развернуть дальней стеночкой ближе к нам и вернуть обратно на левую спицу. Вот так вот. То есть мы развернули вот эту изнаночную дальней стеночкой вперед. И теперь смотрите, у нас сейчас по счету должен быть в платочной вязке ряд с лицевыми петельками. Так как это у нас круговое вязание, то мы начинаем вязать лицевыми петельками. И две первые петельки заводим за изнаночную, которую развернули. За изнаночную заводим спицу и вместе с лицевой изнаночную провяжем одной лицевой петлей. Вот так вот. Обратите внимание, чтобы у вас вот этот краешек ниточки не затянулся, то есть он у вас должен остаться. Теперь продолжаем вязать лицевыми петлями за дальние стеночки. Вот как ложатся петельки по рисунку. До наших петель лицевых жгута. То есть сейчас, если вы посчитаете от перекрещивания последнего сделанного на рукавчике, у нас это сейчас вяжется по рисунку второй ряд. Второй ряд, и он у нас, обратите внимание, лицевыми петельками. И в дальнейшем все четные ряды мы будем вязать лицевыми петельками, а все нечетные изнаночными. И вот смотрите, дальше вяжем второй ряд по счету без изменения от последнего перекрещивания петелек. То есть второй ряд нам нужно сейчас провязать лицевыми петельками. Дальше мы провяжем 3, 4 и 5 ряд, а в 6 сделаем перекрещивание. Но об этом попозже. Мы сейчас довяжем этот ряд лицевыми петельками до двух последних петель. Это до изнаночной петли и последней лицевой петли реглана. То есть вяжем все 4 спицы
до вот этих двух последних петелек. Довязали до последней изнаночной петли и петли регла на лицевой. Затем не провязанной снимаем изнаночную петлю на правую спицу и лицевую петлю на правую спицу. Затем подвигаем петлю лицевую, вот так вот разворачиваем левой спицей и одеваем обратно на левую спицу. То есть смотрите, я повернула лицевую петельку другой стороной и обратно одеваю изнаночную без изменения. И дальше за дальнюю стеночку изнаночной и лицевой я вяжу вместе 2 петли одной лицевой. То есть я просто развернула лицевую петельку для того, чтобы красиво ее спрятать за изнаночную петельку предыдущего ряда. И затем вяжем 2 вместе петли лицевой. То есть мы снова сделали убавление, как и в начале ряда. Мы убрали 42 петелек изначальных на булавочке, как вы помните. Сократили 2 петельки в начале, 1 в конце. И у нас сейчас на спице должно остаться 40 петель по кругу. И мы замыкаем наше вязание в круг. Под мышкой оставляем вот в этой дырочке нашу ниточку начальную. Она у нас немножечко расслабится по ходу вязания, но ничего страшного, мы ее потом подтянем. Теперь смотрите, берем, снова подтягиваем нашу первую спицу. И у нас сейчас, смотрите, вот эта ниточка, это будет начало и конец ряда. Вот она, отметочка. Теперь смотрите, второй ряд сейчас рукавчика мы вяжем. Третий ряд получается после перекрещивания. И замыкаем вязание в круг. Вяжем теперь изнаночные петельки, так как сейчас предыдущий ряд был лицевыми петельками. То есть продолжаем вязать платочную нашу вязку по рисунку. Над лицевыми мы теперь вяжем изнаночные петли. Но будем вязать, обратите внимание, уже по спирали. То есть замкнули вязание в круг. Дальше вяжем все петельки изнаночными по кругу. Кроме лицевых петель жгутика. Жгутик мы всегда будем вязать 6 лицевых. И это сейчас третий ряд идет по рисунку от последнего перекрещивания. То есть мы бросили на булавочке первый провязанный ряд. И сейчас уже вяжем второй ряд после того, как пересняли с булавочки. То есть в общем количестве получается третий ряд после перекрещивания. Довязываем до конца изнаночными петлями платочную вязку. Связали третий ряд изнаночный после перекрещивания, теперь вяжем четвертый ряд. Четвертый ряд лицевой и, соответственно, по рисунку платочной вязки все петельки в этом ряду лицевые, включая наши петельки жгута, 6 центральных лицевых петелек, которые мы вяжем с перекрещиванием. То есть вяжем платочную вязку лицевыми петельками, центральные петли нашего жгутика лицевыми петельками и с другой стороны платочная вязка также лицевыми петельками. Довязали до конца третий ряд рукавчика, но четвертый ряд после перекрещивания. Пятый ряд мы вяжем изнаночными петельками. То есть сейчас по чередованию платочной вязки пятый ряд это у нас изнаночный ряд. Поэтому вяжем платочной вязкой изнаночные петельки. Дальше центральные 6 петель жгута у нас лицевые и с другой стороны также изнаночные петли, где платочная вязка. То есть вяжем, меняя петельки, вот здесь вот только на нашей ниточке между первой и четвертой спицей. То есть наше начало и конец ряда. Все остальные ряды вяжем просто по рисунку. И сейчас смотрите, мы довязав пятый ряд, будем делать в шестом ряду. В пятом ряду рукавчика, но в шестом ряду после перекрещивания будем делать снова перекрещивание вот этого жгутика с наклоном в левую сторону. Первые петельки в шестом ряду, где будем делать перекрещивание, вяжем лицевыми. То есть платочную вязку чередования у нас сейчас лицевой получается ряд. Поэтому вяжем лицевыми. И шестой ряд, запомните, что каждый шестой ряд, где будем делать перекрещивание, всегда у вас должны совпадать петельки с лицевым рядом. То есть лицевые должны быть в ряду шестом, где перекрещивание жгутика. Сейчас довязываем лицевыми и вот эти петельки до жгута. И затем приготавливаем булавочку, готовим. И будем снимать первые 3 петли и оставлять перед работой. Берем булавочку. 3 петли снимаем на нее и оставляем перед работой. Запомните, что при перекрещивании в левую сторону у нас 3 петли остаются перед работой. При перекрещивании
жгутика в правую сторону, то остаются за работой. То есть вот так вот. Мы пока оставляем перед работой и до конца вязания этого рукавчика перекрещивание будем делать, оставляя 3 первые петли перед работой. Дальше 4, 5, 6 петельки вяжем лицевыми на правую спицу. А с булавочки переснимаем обратно на левую спицу петельки и провязываем также лицевыми. На эту же спицу обратите внимание. Не делим наш жгутик на разные спицы, так будет вам удобно в дальнейшем вязать. Довязали до конца перекрещивание петельки лицевые и вяжем все остальные петли до конца ряда лицевыми, симметрично, так как вязали с другой стороны жгутика. Довязали лицевыми петлями ряд с перекрещиванием, теперь начинаем отсчитывать. Первый ряд после перекрещивания вяжем изнаночными петлями над платочной вязкой, петли жгута лицевыми петлями по рисунку и с другой стороны симметрично этой стороне аналогично вяжем изнаночными петельками до конца ряда. Второй ряд вяжем все петельки лицевые. Притом обратите внимание, что изнаночные петли лицевыми я вяжу за дальние стеночки, а лицевые петли жгута буду вязать за передние стеночки, для того, чтобы красивой ровной лицевой петелькой ложились в каждом ряду лицевые петли косичкой. Третий ряд вяжем изнаночными петлями над платочной вязкой и 6 центральных петель жгута вяжем лицевыми петельками. Довязали третий ряд как первый и теперь вяжем четвертый ряд как второй. Все петельки платочной вязки лицевые и над петлями жгута тоже 6 лицевых петель. То есть все петельки в этом ряду просто вяжем лицевыми. Изнаночные лицевыми вяжем за дальние стеночки, а лицевые над жгутиком вяжем за ближайшие передние стеночки. И нам осталось связать последний пятый ряд перед перекрещиванием. Его мы вяжем как первый и третий. То есть петли платочной вязки у нас сейчас изнаночные по чередованию. И 6 лицевых петель центральные петли жгута вяжем лицевыми. Вот так вот. Довязываем пятый ряд по рисунку. Платочную вязку над платочной вязкой, изнаночные петли. И центральные 6 петель вяжем лицевые за передние стеночки. И шестой, последний ряд рапорта в высоту. Вяжем над платочной вязкой все петли лицевые. Как я вам говорила, в ряду перекрещивания это лицевой ряд, значит все петли лицевые. И затем берем булавочку в руки и снимаем первые 3 петли из 6 лицевых нашего центрального жгутика. И оставляем их перед работой на булавочке. Теперь 4, 5, 6 вяжем на правую спицу лицевыми петлями и переснимаем с булавочки на левую спицу наши снятые 3 лицевые петельки. И также вяжем их лицевыми. Я вяжу за передние стеночки, чтобы красивой косичкой лицевой ложились у нас петельки. И дальше продолжаю довязывать ряд лицевыми петлями. Довязали шестой ряд рапорта последний и теперь повторяем с первого ряда. Первый, третий, пятый ряд мы вяжем изнаночными петлями над платочной вязкой и 6 петель лицевых центральные петли жгута. Теперь второй и четвертый ряд мы вяжем лицевыми петельками как над платочной вязкой, так и наши 6 центральных петелек жгута. Итак, нам нужно связать 3 рапорта еще. То есть в общем количестве вот этих вот перекрещиваний нашего жгутика от начала должно быть 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мы уже связали. Еще вам остается довязать 8-й. 9 и 10 поворотик налево. Оставляете точно так же в каждом шестом ряду 3 раза петельки 3 на булавочке перед работой. Вот таких вот перекрещиваний сделайте самостоятельно еще 3 штучки. То есть сейчас вы свяжете
первый раппорт из 6 рядочков, высоту 2 и 3. Итак, связали 10 поворотиков перекрещиваний. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 поворотиков связаны, и теперь начинаем вязать первый ряд следующего раппорта. Первый ряд мы начнем сразу же с убавления. То есть, как вы помните, первый ряд вяжется изнаночными петельками. Поэтому ниточка перед работой и 2 первые петли ряда вяжем за передние стеночки одной изнаночной петлей. То есть делаем убавление в начале ряда. Дальше все петельки вяжем до жгутика нашего изнаночными. 6 петель центральных жгутика вяжем лицевыми. И с другой стороны вяжем все петельки изнаночными до 2 последних петель ряда. Снова ниточка перед работой и 2 последние петельки за ближайшие стеночки вяжем одной изнаночной петлей вместе. То есть снова получается сделали в конце ряда убавление, как и в начале. Убавили по нашей окружности 2 петельки. И дальше продолжаем вязать раппорт до конца. То есть смотрите, мы получается первый ряд 11 раппорта от начала вязания начали сейчас. То есть еще 5 рядочков с поворотом в 5 ряду, отсчитывая от вот этого первого ряда еще 5 рядочков. Получается в общей сложности в 6 ряду делаем поворотик 11, то есть 11 раппорт довязываем. И еще вяжем самостоятельно 1,12 раппорт. То есть у вас должно быть вот здесь вот 12 поворотиков. И затем снова сделаем по убавлению с каждой стороны. Итак, связали 12 перекрещивание, разворачиваем на первый ряд 13 раппорта и вяжем в первом ряду сразу же убавление. 2 первые петельки вяжем одной изнаночной петлей. То есть чередование сейчас первого ряда, а значит изнаночные петли. И теперь, сделав убавление, вяжем дальше все петельки изнаночные, кроме наших центральных 6 петель жгута, они у нас лицевые. И с другой стороны точно так же вяжем все петельки изнаночные до 2 последних. 2 последние мы также провяжем вместе одной изнаночной петлей. Дошли до конца ряда и 2 последние петельки вяжем вместе одной изнаночной петлей. То есть делаем и в конце ряда убавление, как и в начале. И смотрите, по кругу у нас сейчас остается всего лишь 36 петель. Обязательно, чтобы осталось у вас сейчас четное количество петель, то есть чтобы делилось на 2. И теперь смотрите, у нас сейчас получается начат 13 раппорт, первый ряд 13 раппорта. Дальше самостоятельно вам нужно довязать 13 раппорт до конца и 14 полный раппорт. То есть делаете в 14 раппорте перекрещивание в конце. И дальше мы с вами продолжим обвязывать наш рукавчик. То есть смотрите, я вместила в длину своего рукавчика всего лишь 14 раппортов. То есть 14 перекрещиваний, если быть точными. И вот это 14 перекрещивание у нас вот оно в конце, перед тем, как мы перейдем на обвязывание рукавчика. То есть мы перейдем потом, наши 36 петель будем вязать резиночкой 1 на 1, так как мы обрабатывали край, так как у нас была обработана в начале горловинка, так будут обработаны и наши запястья рукавчика. Итак, я связала 14 перекрещивание влево. И теперь смотрите, сразу же, не провязывая ни одного ряда следующего раппорта, то есть сразу же перекрещивание и первый ряд вяжем, уже формируем резиночку 1 на 1, которой будем обвязывать рукавчик. То есть сейчас я чередую лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Если же на первом рукавчике вы свяжете лицевая, изнаночная, то есть первая лицевая, вторая изнаночная, то на следующем рукавчике я рекомендую вам провязать в зеркальном отображении. То есть чередуем сначала изнаночная, потом лицевая. Казалось бы, такая мелочь, которую можно, в принципе, было бы и упустить. Но, честно говоря, при провязывании чередования у нас здесь получается четное количество на косичке, и у нас на одном рукавчике будет, допустим, лицевая над последней лицевой,
а затем изнаночная над последней лицевой будет. Ну, то есть как бы в зеркальном отображении. А над первой, вот здесь вот лицевой, будет уже лицевая. То есть смотрите, как бы в зеркальном отображении все делаем. Максимально подобное, максимально похожее и максимально противоположное. То есть, коль мы косички уже перекрещивали в разные стороны, то я вам предлагаю и раппорт узора резиночки обвязывания сначала вязать лицевая и изнаночная чередой, а на втором рукавчике уже изнаночная лицевая, раппорт узора резинки 1 на 1 ширину делать. То есть как бы менять. Итак, я начинаю формировать первый ряд резинки 1 на 1 и буду вязать с первым своим рядом всего 8 рядочков в высоту. А затем просто закрою петельки, как я делала на первом рукавчике. Вот так вот. Как я делала на обвязочной, вот здесь вот, нашей нижней стороне, точно так же я буду делать и второй рукавчик. И когда я закрою петельки на рукавчике, нам останется лишь только с одной и с другой стороны зашить вот эти дырочки наши. Я вдену ниточку в иголочку и тайными швами, продевая то в одну, то в другую сторону, стяну вот это отверстие. Затем зафиксирую ниточку с изнаночной стороны и спрячу краешек. Обязательно фиксируйте ниточку для того, чтобы по ходу носки и стирки у вас не распустилось ваше вот это сшивание и точно так же вязание, которое было, скажем так, начато вот этой ниточкой. То есть обязательно фиксируйте всегда все ниточки с изнаночной стороны. И у нас получилось вот такое вот сокращение в двух местах. Оно заметно, то есть оно не совсем незаметно, но при носке его вообще абсолютно не будет видно, так как узорчик у нас не нарушен. Посмотрите, то есть все очень аккуратненько. Дырочки никакие нет, их не видно абсолютно. И по ходу носки вот это полотно наше даже как бы, в общем, растянется, потянется, застирается, то этого вообще абсолютно будет по ходу носки не видно. Вот. И, в принципе, заканчиваем второй рукавчик аналогично первому. Я, например, вы делаете первый рукавчик аналогично второму, который мы связали с вами. То есть все точно так же, но косы разворачиваете в противоположную сторону жгутики. Обязательно вяжите точно так же 14 перекрещиваний. И сделав 14 перекрещивание, сразу же в первом ряду начинаете вязать резиночку. Можете провязать один ряд, но учтите, что у вас добавится здесь длина рукавчика. Вот чтобы она у меня не добавлялась, я не вязала рядочек. Если вам кажется, что маловато рукавчика, то можете провязать этот ряд. После того, как сделали резиночку, закрыли петельки, делаем отворотик наверх нашей резинки. И у нас вот такой получается четкий отворот с гранью. И все, в принципе, наш рукавчик готов. Второй делаете аналогично первому. И нам остается лишь только решить, что мы будем делать с вот этой вот прорезью на спинке. Смотрите, в принципе, есть три таких явных способа, которые я бы, ну, порекомендовала вам обработать. Смотрите, первое, самое простое, самое очень-очень, как бы, самое легкое, это берете, делаете жгутики. Есть отдельное видео, я оставлю ссылочку в описании под этим видео, обязательно посмотрите, кому интересно. Из пряжи, которую вы вязали, ниточка в два сложения, то есть 4 получается в общем жгутик ниточки. Мы делаем 2 небольших, не длинных, буквально сантиметров можете 15 сделать. 2 жгутика, вот у вас получается вот такие вот петельки. У основания жгутика, с другой стороны кисточка. Вот вы берете там, где петельки, находите уголки кофточки и продеваете вот так вот петлей, подраскручу чуть-чуть и вытаскиваю сквозь петлю вот так вот наш жгутик. Аналогично делаю со вторым, нахожу уголок с другой стороны, продеваю петельку, подраскручиваю и продеваю сквозь петельку образовавшуюся жгутик второй. И что я делаю? Я просто завязываю на спинке вот так вот жгутик. Еще раз повторюсь, можете сделать подлиннее, будет более там красивее.
Вот, либо же заменить жгутики обычной атласной ленточкой. В тон кофточки, либо же, если она у вас полосатая, соответственно, делаете один из цветов, ленточку одной из цветов полосочек. Вот, но это такой самый-самый простой вариант. Второй вариант, это вы можете крючком обвязать планочку, сделать. С одной стороны пришить пуговички, с другой стороны сделать планочку с петельками. То есть в Ютубе очень много именно видеоуроков по обвязыванию крючком, как сделать планочку. Это самый, скажем так, распространенный способ. То есть это сделать 2-3 пуговички на вот этом вот, скажем так, вырезе на спинке. И третий, самый последний способ, который буду я использовать, это взять самую обычную молнию. Можно взять цвет в цвет, чуть-чуть светлее, чуть-чуть темнее. У меня, в принципе, молния буквально на полтона светлее, чем мое изделие. Я, честно говоря, нашла цвет-цвет молнию только с маленькой собачкой, решила сделать с большой собачкой. Вот нашла максимально приближенную молнию. Честно говоря, на видео молния кажется гораздо светлее. Она в жизни практически не отличается. И я беру молнию, вот так вот ее вшиваю. Беру, снимаю вот эти жгутики. Я их не буду делать. Обязательно спрячьте все краешки ниточек, которые у вас торчали предварительно. То есть это наборочная нитка. Здесь вот под нашими рукавчиками, которыми мы сшивали ниточки. Все обязательно спрячьте. И затем обрабатывайте наш проемчик на спинке. Вот эту разрезанную, можно так сказать, часть, где мы вязали прямыми обратными рядами. И вот так вот вшиваем молнию. То есть просто можете взять швейные ниточки в цвет молнии и кофточки и сшить с одной стороны аккуратненько. Решите, определитесь, за какой ряд вы будете сшивать. Либо это между кромочной и первой петлей, может это вообще в первой петле, то есть вот так вот посерединке может шовчик быть. И приблизительно вот так вот максимально приближенно пришиваете к самой молнии вот кофточку с одной стороны и с другой стороны. И у вас тогда получится на молнии у вас вот так вот раскрываться горловинка. То есть я думаю, что в этот размер уже обхвата горловины будет смело входить голова ребенка. То есть будет беспроблемно, скажем так, влазить. И ребеночку будет, как по мне, удобно. Самый простой вариант — это жгутики, ленточки. Более тяжелый вариант — это обвязать крючком такой же пряжей по всему вырезу. Вот, и сделать петельки для пуговичек, пришить 2-3 пуговички. И третий вариант — это молния. Я буду использовать третий вариант, мне он больше всего по душе. Я, честно говоря, долго думала, как бы мне так вот обработать, и пришла к выводу, что на такой теплой кофточке, пожалуй, молния будет самый такой хороший, теплый вариант. Вот, в принципе, можно было по пуговичке, но, честно говоря, я на пуговичках очень часто делаю, поэтому я выбрала молнию. Единственное, что порекомендую для тех, кто будет шивать молнию, не вшивайте тракторную молнию, то есть такую грубую. Возьмите лучше побольше обычную молнию, то есть пошире, потолще, но именно не тракторную, а вот такую вот самую-самую обычную. Вот, трактор, если вы будете вшивать вот сюда, будет сильно топорщиться, морщиться, он возьмется такими вот волнами. Вот чтобы этого не было, возьмите самую обычную. И, честно говоря, вот еще одна рекомендация, так как кофточка для маленького ребенка, то возьмите собачку удобную, то есть чтобы вам удобно было. Есть такие совсем-совсем мелкие, потайные, вот возьмите побольше собачкой, вам будет потом гораздо удобно, скажем так, расстегивать, застегивать, это первое. И второе, проверьте хорошо, чтобы молния ходила. Бывают такие молнии, которые вот так вот прям туго-туго-туго не растягиваются. Вот предварительно немножечко вот так вот поводите молнию, проверьте ее. Можете немножечко восковой свечечкой прозрачной какой-нибудь светленькой помазать. Вот, чтобы она именно разработанная была. Потому что если вы вошьете неразработанную, потом вы сможете, ну, скажем так, порвать ваше изделие, либо растянуть. Вот чтобы этого не было, разработайте молнию предварительно перед тем, как сшивать. У меня молния длинная, поэтому я буду ее фиксировать и отрезать.
Вот, можно найти, в принципе, молнию прям под размер. Это уже по желанию, конечно же. Здесь уже зависит от вашего желания. Я сильно долго не искала, просто пошла и взяла, которая мне понравилась. Итак, сшиваем молнию, дальше разворачиваем на лицевую сторону и украшаем на свое усмотрение. Это могут быть какие-то пуговички, бусинки, стразики, пайетки, снежинки. Есть различные, скажем, деревянные нашивки, есть приглаживание утюгом, но единственное, что для тех, кто будет приглаживать утюгом, будьте осторожны, проверьте где-то на небольшом, скажем так, отрезочке своего полотна, я бы сказала, даже свяжите отдельный образец, который вы для расчетов использовали. Вот именно на нем попробуйте, потому что если синтетическая пряжа из искусственных волокон, то я вам скажу 100% у вас изделие, в общем, испортится. Если же это какая-то полушерсть, то, возможно, там, в принципе, никаких повреждений не будет, но тоже может разгладиться именно то пятно, где вы будете утюгом приклеивать, в общем, красоту эту всю. В общем, украшаем кофточку, вшиваем молнию, либо делаем пуговички, либо жгутики, и все, наша кофточка практически закончена. Кому понравилось и было интересно со мной вязать, не забудьте лайкнуть, подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Всем хорошего настроения, ровных петелек, пока-пока!